магазине покупала продукты. Подошли два дядьки и говорят, вы же Даша? Я говорю, да, не можно вам руку пожать? Нет. Внукам буду рассказывать. Чистила картошку, мне потом руки жали. Ребят, я просто работаю на кухне. Хотела вам сказать, может, вам горячего принести? Каждый? Точно? Может, вам носки теплые, что-то? Забирайте Сережу, Катя, Сережа. Смотри, я тебе покажу сразу. Перчатки. Все. Нельзя. Нельзя. Нельзя быть злым. Малыш. Такие красивые у вас. Это про ворсмайер. Забрали с этого. Блин, столько собак бегает красивых домашних. Иди, малыш, беги. Иди, иди. Самое страшное детство. Да ну ты шо, чи сейчас скопчал, мы бежали домой с обняка. Очень страшно. Окупанти підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку Запорізької АЕС. Планують надалі здійснювати. Я звернулася Святошина, там такі якісь перестрілки жорсткі були. Ти сьогодні з собаками йшла, треба ж присідати. Рванула так, что мы приседали, собака зашла, залезла под унитаз. Тут по сравнению с Святошином реально тихо. Я там шла, там люди уже походу привыкшие к этому. Ну, да, я же в Ляпку приезжал, там лежат просто разорванные снаряды на обочине. Там вот сейчас. Да лучше не читать. Так мы же приезжали. Ну, в смысле, я домой заезжала. Не видеть не получится. Друга на куратор в Сириусе, что там уже их разберут. Там есть уже люди, которые этим занимаются, просто для переправы. Сбрасывайте мне все. Короче, мне добавили в очень крупную группу, тут очень много, где-то около 100, 46 участников. И они прям очень быстро все находят. Вот еду, воду, помощь, пересылки. Так что скидывайте, я буду вас... Все, рабочий день окончен. Убежишь?